Компании Kimberly Clark и Johnson's Diversy на рынке товаров и услуг уже больше века. Их профессиональное оборудование и средства для поддержания чистоты и комфорта востребованы в промышленных отраслях, офисах, ресторанах и гостиницах. Мы представим нашим партнерам не только те продукты, которые мы продаем по всему миру, мы представим те инновационные подходы, как гостиничный сегмент, как гостиницы могут поднять лояльность своих клиентов и сделать так, чтобы клиенты приезжали в те или иные отели. Программа, подтверждающая эффективность предлагаемых средств для комфорта и гигиены, рассчитана на то, чтобы отдых гостей был максимально комфортным. Сотрудники предприятий должны уметь не только правильно расставлять продукцию и уметь ей пользоваться, но и обеспечивать максимальную защиту клиентов и персонала от бактерий и возможных заболеваний. Жидкие перчатки, казалось бы, что это такое? А это дающая возможность людям, которые занимаются на производствах, в том числе, скажем, сфера вредных производств, да, она позволяет закрывать поры, сохраняя подвижность, скажем, рук, пальцев, да, не теряя чувствительности, человек может делать любую, в принципе, работу, да, тем самым предотвращая проникновение вредных каких-то компонентов в организм человека на 6 часов. И это лишь один из множества продуктов, которые могут способствовать защите здоровья. Официальным дистрибьютором Kimberly Clark на юге России является компания Bingo. За 13 лет совместной работы она показала себя не только как хороший поставщик, но и надежный деловой партнер, за что и получила сегодня благодарственное письмо. Постоянные клиенты компании Bingo утверждают, что продукция мирового лидера – это качество и комфорт за вполне доступную цену. Филиалы представлены в Туапсе, Анапе, Краснодаре, Новороссийске и в Сочи. Здесь офис находится по улице Труда, 27А. Телефон для справок 268-68-60. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.